переходом весны, когда сходит снег с Алтайских гор, появляются первоцветы, обладающие разными целебными свойствами. В холмистых местах проживает опытная травница, парапсихолог Алла Ивановна Тимашова. Уже 25 лет она занимается сбором различных трав и знает множество народных методов лечения. В этом видеоролике она расскажет о целебных свойствах растения ветреницы алтайской. Находимся, где растет у нас ветреница алтайская. Это наш первоцветы, еще в народе называется. Она как подснежники, потому что очень часто, даже при снег еще, они уже расцветают. Но она также, хоть она семейство лютиковых, но она не ядовитая. Применяет при заболеваниях органов пищеварения, желудочно-кишечный тракт, и плюс к этому лечит печень. Разные заболевания печени и желчного пузыря. Кроме этого, она хорошая для лечения нервной системы. Особенно в народе ее применяют при лечении эпилепсии. Также ее применяют наружно, как обезболивающее и противовоспалительное средство. На водке настаивается и для именно таких не гнойных, а сухих таких инфекционных ран. Затем, что она еще? В принципе, самое хорошее – это вот обезболивающее средство для наружного особенно применения. Так, приготавливают ее как? Так как она маленькая, ее мало весной, и она потом ушла, ее не видно. Ее делают несколько лепесточков 3 на стакан кипяченой воды. Заливается, она постоит немножко, хотя бы часа 2-3. И можно применять ее, ну, этот стакан разделить на 3 части. До еды за 20-30 минут.